Легендарная, известная на всю нашу страну школа танцев «Эволверс». У нас сегодня в гостях Сабина Джафарова, преподаватель этой школы танцев, и ученики. Сабина, доброе утро. Доброе утро всем. Сегодня мы с вами выучим парочку базовых движений хип-хопа. Поехали. Наконец-то, давайте начинать. Первое движение называется «Бокстеп». Делаем шаг вперед правой ножкой. Левая на скрест идет, правая уходит назад и левая уходит назад. Ручки у нас противоход нашей ножки, и при этом мы качаем вниз. И еще раз 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, темп. 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, отлично. Следующее движение называется «Jack in the Box». Ручки у нас идут так же, как и на прошлом движении. Корпус качает у нас в сторону. Раскрываем ножки, и тоже у нас идет кач вниз. Поехали. 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, темп. И 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Хорошо, следующее движение называется «Toss it up». Ручки работают у нас от грудной клетки в сторону, делаем ролл к себе и на хлопке отпрыгиваем в левую сторону. 7, 8, 1, 2, 3, право прыжок, и еще раз, 1, 2, 3, влево прыжок, 1, 2, 3, под музыку, и 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Хорошо, дальше движение называется бейсбол. Взяли баскетбольную ракетку, делаем пам, пам, и дальше делаем ролл с головой. И в другую сторону. Раз, два, делаем ролл. Три, ой, еще раз. Отбили. Отбили, делаем ролл. Пам, пам. И отбили. Отбили ролл. Пам, пам. Побыстрее. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, хо. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, хо. Пять, шесть, семь, восемь. Соединим все вместе медленно. 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, и 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, и 1, 2, 3, 5, 6, 7, под музыку, и 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Вот так мы с вами выучили базовое движение хип-хопа. Школа танцев «Эволверс» каждую пятницу в нашем эфире. Ребят, вы, как всегда, зажгли. Прямо сейчас в нашем эфире.